Лоры новый аромат, первый самый, и уже такой успех, и уже такое признание, и все, кто мог обонять его на мне, или вот я брал с собой тестер такой на бумажке, все в диком восторге. И вот Элина наша, замечательная маг, волшебница. Я уже не стану. Вот, она... Маг, тоже прониклась. Скоро выйдет моя статья об этом аромате, о его философии. Это очень круто, на самом деле. Лора, аплодирую стоя. Я тебя искренне поздравляю. Это успех. Вот это просто успех. Это, ты создала аромат мирового уровня. Просто такого нет и быть не может. И ты чудо сотворила, Лора. Это просто очень круто, очень круто. Все обращают внимание. И давайте поговорим, скажем теперь несколько слов об этом аромате, о том, что такое для нас духи, почему важно одеваться в духи, магия духов и шаманизм духов, я бы сказал так. В чем вот духи и духи. Сейчас слово дадим Элине, а потом Лора нам выдаст секрет этих ароматов. Да, этого аромата. Нам вряд ли. Секрет нет. Я пошутил. Никто не скажет. Конечно, никто не скажет. Но как приобрести, вы узнаете. Ну, духи – это важная часть составляющих у женщины и, в принципе, как и у мужчин. Тут, наверное, не духи, а парфюм, да? То есть запах – это очень важно. На запах мы часто ориентируемся. Запах, если не нравится запах человека, то ты можешь быть очень красивой, женственной, какой хочешь, но все, это такие нюансы, которые никак нельзя изменить. И поэтому хорошо подобраны духи, а более того, когда духи нестандартные, потому что я общаюсь с огромным количеством людей, я замечаю, что вот сейчас популярна какая-то вот эта такая марка, и они у всех просто, все пахнут одинаково. И это просто, ну, как ширпотреб, да, то есть мы покупаем, потому что это популярно, потому что это пахнет, и все. А когда есть нечто такое необычное, более того, с большим количеством нюансов каких-то, да, там запах, послевкусие там какое-то и все. Это завораживает на самом деле, это нравится, и это заставляет обращать на себя внимание. А что в наше время самое главное? Это внимание, потому что где внимание, там и энергия. Поэтому все-таки это здорово, когда есть возможность приобрести какие-то очень нестандартные духи авторской работы. А более того, я думаю, Лора сама расскажет об этом, там очень интересные бутылочки. То есть там тоже ручная работа, и это может... А покажи, пожалуйста, эти бутылочки, они тут рядом с тобой? Да. То есть это даже само по себе произведение искусства. Это даже не бутылочка, это уже... Ну да, это оно даже просто будет стоять как украшение твоего туалетного столика, потому что это своеобразное произведение искусства и, ну, очень нестандартная вещь, потому что в наш век ширпотреба, да, когда мы одеваемся одинаково и выглядим одинаково, там определенные стандарты. Сейчас еще и маски носим, сейчас еще маски. Даже лиц не видно, да. А тут вы можете выделиться. Можно выделиться, да, ароматом, можно выделиться вот этой бутылочкой и можно вообще просто выделиться. И это для многих людей это вот такой важный фактор вообще. Конечно. А вот еще одна, покажи, пожалуйста, это вообще... Ну, это в разработке, да, тоже. Нет, это стандартная. Гейша. Нестандартная бутылочка. Гейша, да. Ну, а что-то вот такое необычное есть, да, все-таки. Причем это натуральная медь, и, в общем-то, такое необычное. И натуральное стекло. Стекло, ну, естественно, да. Здесь тоже можно это показать. Крышечку я сейчас делаю дома сама. Я ее уже залила. То есть мне не понравилось то, что было обычно, я делаю теперь необычно. Здесь драгоценный оливин.
Лора как Лев Толстой. А вот там еще вот это вот. Это да. Очень Лора как Лев Толстой. Это тоже с оливином. Парфюмерия. Это тоже с оливином. Тоже. То есть будет и с камушками, и просто без камушек. Ну, а я купил вот такую. Покажите, пожалуйста. Вот покажи, это? Пожалуйста, Елена. Да, я попроще. Вот. Ну, мне нравится. Ну, от Леванты. Нет, ну а почему нет? Да? То есть, да. Потому что к запаху, конечно, нужно почувствовать его. Да. На каждом человеке оно будет звучать по-своему, да, потому что присутствует все-таки запах еще своего тела. Вот. И оно, когда, скажем, бывает, что здесь вкусно, а когда на себя побрызгал, ты там не чувствуешь, не видишь себя. Ну, сегодня все почувствовали. Все, да. Вот я все свидетель, да, все такие. Максим от себя экзотическим чем-то пахнет. Да, да. Так что, да, есть такое. Вот, я... Ну, то есть можно для пробы попробовать что-то такое небольшое, посмотреть, и тогда уже, если нравится, то взять тогда уже такой эксклюзивный флакон. Чтобы это вот просто радовало глаз, когда ты это смотришь. Да. Потому что визуально это тоже очень важно, чтобы ты смотрел, и тебе было приятно на это смотреть. Вот визуально это для очень эстетически развитых людей. Вот то, что Лора делает. Лора художница сама, да. И, конечно, она особенно чувствует. Да, Лора, ты особенно чувствуешь вот это... визуальный ряд, скажем так, для тебя ты вот визуал, правильно? Для тебя важно глазами. Я живу эмоциями. 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 И... положительными эмоциями, я надеюсь, да? Ну, если вдруг. И отрицательные, то тоже а ты ими живешь. Я умею все равно. Трансформировать. Об этом мы тоже поговорим на одном из наших мероприятий. И в следующем ролике мы скажем о том, что вот эти удивительные две женщины приготовили. А сейчас, Лора, про аромат этот. Скажи, пожалуйста, что-то, какую-то информацию можешь выдать нам? Он полностью соответствует своему названию. Я так и хотела. Характеристики какие-то скажешь, что там? Какой натуральный? Карма. Карма. Альдегидов там нету, все масла натуральные. Горная сосна, ветивер, апельсин, лимон. Еще одно редкое масло. Ну, они созданы были просто... Пачули есть? Пачули? Нету. Или подожди. Может, если есть, то немного. Есть немножко. Состав био, альдегидов нет. И были созданы по великому вдохновению и наитию? Наитию. Наитию. Вдохновение у меня всегда есть. Всегда есть вдохновение. И энергии негативной у меня нет. То есть я не резонирую. Если человек негативный, то я не вхожу с ним. Не синхронизируешься. Это мне полегче. Это две жрицы наших, между прочим, дорогие друзья, Лора и Элина. Так что они знают, как управлять энергиями, как не синхронизироваться с негативными людьми, как не подцепить там что-то из инфернального мира, лярв каких-нибудь. Вот. Те, кто успеют и смогут купить, потому что тираж ограниченный, очень маленький, да, этих абсолютно маленький. Парфюма. Скажи, пожалуйста, номер телефона. Потому что у меня уже следующие духи, я работаю уже над следующими, которые будут называться «Шок». Так, подожди, они подожди, они, подожди, конечно, подожди, тоже... давай вот с этими сначала, а то люди будут шока ждать, а эти не купят. Скажут, ну мы подождем, что она еще там шедевр в квадрате сделает, и вот тогда придем и купим. А карма это шедевр. Поэтому тираж очень небольшой, унисекс,
обратиться можно по номеру телефона и встретиться здесь, в старом городе, и приобрести. Только по предварительной договоренности. Скажи, пожалуйста, номер телефона, Лора, и... Мой номер 535-6910. Вот. Приходите. Да, приходите по адресу Вены 6, дворик Костеров.